Тебе можно. Мы очень долго подбирали рифму на си и придумали пи-пи-си. Мы во второй раз за сегодняшний день приветствуем вас на нашем орденоносном, краснознаменном и благословленном всеми локальными властями канале PPC Russia. Также мы имеем сегодня честь приветствовать нас на нашей глобальной, архиважной, архизначительной телевизионной передаче «Социопатия». Позвольте мне, дорогие наши телезрители, представить вам наших основных гостей. Первым, по значению, но не по количеству появлений на ваших экранах, является наш звездный защитник. Звездный мальчик. Как видите, он обладает крайне податливым и благородным нравом. Звездный защитник, просим вас на свое место, поздоровайтесь с нашими телезрителями. Здравствуйте. Пойдем уже. Давайте лучше сядем, звездный защитник. Поводов выйти нам сегодня еще предоставится масса. Конечно же, мы обсудим этот вопрос после завершения съемок нашей сегодняшней передачи. Каких съемок, ничего не говоря вам. Поздоровайтесь Рану. Повторно с нашими телезрителями. Здрасте. Далее, позвольте представить нашего почетного гостя, леди Кирару. Леди Кирара как человек... Да, леди Кирара как человек во всех отношениях, связанный с миром искусство и творчество, позволило себе пребывать на нашей передаче в крайне компрометирующей позе. Леди Кирара, поаплодируем, дорогие телезрители. Далее, позвольте представить вам одного из гвоздей, то бишь вертикально расположенных персонажей сегодняшней передачи, месье Кио! Металюга, сразу видно. Итак, далее по списку идет месье с 8 ромбиками, то бишь маршал неких вооруженных сил, раскрашенный... Маршал? Да. Маршал неких вооруженных сил, раскрашенный... Или просто 3 Митсубиси, а их 8. Ёмки. Маршал неких вооруженных сил, раскрашенный в нодовскую расцветку. Далее по списку идет наш гость, уже неоднократно появлявшийся и полюбившийся нашим телезрительницам. Месье Арчибальд, он же Хэ, он же Глеб. Я даже Хэ, я на школе вручал буквально. Ну и в качестве инициатора сегодняшней телепередачи выступает наш благородный месье Шадов с 4 буквами F на конце. Это с каком языке хуже пацанчик, я не понял. Этого не представляем. Потом представим. Так, тема сегодняшней передачи... Что ты сделал? С какого района?